целях непрерывного первичного правового консультирования в условиях сложной санитарно-эпидемиологической. Я представляю ту ветвь власти, представителями которой наиболее активно сотрудничает с профессиональным юридическим сообществом. Мы пишем законы, мы разрабатываем эти законы, доносим до них эти законы, и, конечно, без вашей помощи это было бы гораздо сложнее. В судебных производственных делах адвокатура по Ефремову этому артисту проходила. Помните, как адвокатскую контору подвели некоторые адвокаты? Это, знаете, такой удар по адвокатуре. Я думаю, что в республике такого, конечно, допустить нельзя. Мне приятно, благодаря вас за работу, сказать, что в республике, в отличие от многих других субъектов, у нас государственное двуязычие. На русском, татарском государственных языках эта работа успешно проводится и юридическим сообществом. Люди могут получить такую помощь на своем родном, мамином языке, без переводчика, без суфлера и напрямую. Нургалевичем проводить ли вот в этих непростых условиях это мероприятие, на что Рустам Нургалевич сказал о том, что мероприятие проводить нужно, обязательно, так как независимо ни от чего, нужно всегда отмечать достижения наших коллег. Начальнику отдела работы.